Аплодисментами и цветами встретили нового министра культуры, парламентарии и члены правительства. Впрочем, сама новый министр признается, что вслед за секундами радости от назначения наступит период серьезной и напряженной работы. Урви Тидус знакома эстонским зрителям в качестве ведущей различных телепередач на местных каналах. С 2005 по 2011 год она являлась мэром столицы острова Саарема, города Куры-Сары. Затем была избрана в парламент. Примечательно, что и соратники, и политические оппоненты характеризуют Урви Тидус как человека с уравновешенным и спокойным характером, обладающего опытом административной работы и одновременно как близкого к сфере культуры, так и равноудаленного от всех творческих союзов и группировок, противостояние которых стоило поста министра культуры не только Рейну Лангу, но и Лайне Янес в свое время. По словам же Урви Тидус, она прекрасно осознает, насколько непростой психологической задачей является восстановление единства в сфере культуры в нашей стране. Я всегда верила в конструктивный диалог и как возможно быстрее мы встретимся. Я думаю, что первая возможность может быть уже на следующей неделе, но дайте немножко времени, хоть день, чтобы менять рабочее место и получить первые важные информации, что нужны в этой работе. Это сперва люди, сотрудники министерства и, конечно, все предложения встретиться как возможно быстрее. Я открыта и сама буду, конечно, искать контакт. Представляя сегодня президенту республики кандидатуру Урви Тидус, глава правительства Андрус Ансип отметил, что первым делом новый министр культуры должен восстановить в ведомстве мир и спокойствие. К тому же перед новым руководителем министерства стоят задачи по освоению увеличившегося почти на четверть бюджета ведомства, который позволит как увеличить зарплаты работников сферы культуры, так и нарастить инвестиции в культурные объекты. А вот про отношение новоиспеченного министра культуры к спорту пока мало что известно, хотя ведь он тоже входит в сферу ответственности Министерства культуры. Дмитрий Кукушкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.